Изначально я вообще не рассчитывала пройти даже в этот этап, когда регистрировалась, но мне было, честно, интересно, я получила интересный опыт. Во-первых, готовить с таким количеством людей, потому что никто не работал на кухне, вот, и взаимодействовать с растительным сырьем тоже было очень интересно. У меня был растительный фарш, и я приготовила пасту с безглютеновой мукой, получается. Вот, мне было интересно. С растительным фаршем работать очень удобно, просто. Он выделяет не так много сока, на самом деле. Из-за этого как бы можно контролировать текстуру блюда и не обязательно как-то выливать оставшийся соус. Вот, можно добавить просто больше другого соуса. И по вкусу мне тоже очень понравилось.